Всем привет, это Алекс. Сегодня я хочу вам рассказать, где найти легендарную термоактивную прочную рубашку Техника и модернизировать ее до 963 единиц брони. Чуть позже я вам покажу, как найденному предмету сделать максимум возможной брони, который вы увидели сейчас. Имейте в виду, что у вас цифра может немного отличаться, так как все будет зависеть от начальной чистой брони предмета, который вы найдете в указанном месте, и от вашего уровня, на котором вы его отыщете. Давайте посмотрим, где можно найти рубашку Техник. Она находится в диких землях на восток от Найт-Сити, и добраться до нее можно от точки быстрого перемещения мотель Сансет. Ориентир – заброшенный тоннель, в котором мы воевали с местными бандитами из банды стилетов на пару с Панам. Для того, чтобы добраться до рубашки, вам лучше взять машину. Имейте в виду, что количество слотов расширения и модификации случайно генерируется в тот момент, когда вы подходите к месту, где хранится легендарный предмет. Поэтому обязательно сохранитесь перед тем, как взять ее в инвентарь. Для рубашки максимальное количество слотов расширения – 4, и через загрузку сохранения всегда старайтесь выбить именно столько дырок. А на полученные с предмета моды смотрите уже во вторую очередь. Для того, чтобы модифицировать легендарную рубашку Техника, не обязательно иметь гигантский уровень техники, на самом деле достаточно 4-5. Просто заходим в создание предметов, выбираем модификацию-заплатку под названием «Броненосец» и делаем их 30-40 штук. Несмотря на то, что у меня белый чертеж, при создании рандомно генерятся синие, зеленые и фиолетовые моды. Нам нужны именно фиолетовые, которые дают 240 дополнительных единиц брони. Ну, а синие, белые, зеленые можно потом опять разобрать на запчасти. В результате добавления созданных модов мы получаем легендарную рубашку Техника, в которой 963 единицы брони, с четырьмя эпическими заплатками, которые мы и поставим в свободные дырки. Если дырка до этого была занята каким-то ненужным модом, то его можно смело заменить. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Приглашаю вас в русскоязычный дискорд-канал по киберпанк. Ссылка будет в описании. Всем побед, удачи, пока-пока.